Всем привет, друзья! Сегодня я в гостях у Сергея, и он меня научит, как делать восковую руку. Вот такую. Так, Сергей, привет. Так, расскажи нам, Сергей, как, что нужно вообще делать сначала? Руку клиента мы ложим кремом для того, чтобы в будущем ее беспроблемно снять. Далее клиент опускает руку в воду. В холодную воду обычную, чтобы рука привыкла к холодной. Когда холодная. Выбирается форма руки. Форма руки выбрана. Теперь первый мак воск, так сказать. Происходит вот так вот быстро. То есть воски долго не держим. Сразу же переносим холодно. Сразу же схватывается и чувствуется, что начинает воск застывать. И рука практически схватывается. Олег, даже еще... не пошевелить рукой сейчас. Олег, еще немного, и ты попадешь в музей мадам Тюссо. Так. В холодной воде воск мгновенно застывает. Довольно-таки горячо, но терпимо. Рука начинает обрастать воском. Слой за слоем. Рука все крепче и крепче. Теперь убираем все прыщики, которые возникли в процессе. Вот такая вот штука образовалась, эти капельки надо убрать. Так, теперь выбирается цвет. Каким? А какие есть варианты? Красный, синий, желтый, оранжевый. Ну, рок-н-ролл по-любому красный. Красный, да? Красный, согласны? Так, размешивается краска, чтобы поднять весь краситель снизу. Краситель оседает. И теперь потихоньку рука опускается в краску на нужный уровень. Теперь очень важный процесс обрезания лишнего. О, то есть, если мы этого не сделаем, рука не снимется. Теперь прокалываем руку в определенных местах на пальцах. Ой. Аккуратно расслабив пальцы, потихонечку, не спеша, вынимаем. А, вот для чего крем нужен был. Да, все. Рука целая. Ура, рука целая осталась, я доволен. Теперь еще можно сделать подставку. Ребята, вот в результате получилась вот такая рука из воска. Вот она практически как настоящая. Смотрится очень круто, очень реалистично, разноцветная. В общем, я доволен. Всем спасибо за внимание, друзья. Всем пока.